Вот, ребятки, буду делать поворотку, наверное. Прислал мне один из подписчиков, спасибо ему, совершенно безвозмездно, вот такую штуку, двигатель, вот, из каких-то ролет. Вот. Получается, на его базе, Катя, Катя тестирует, так, на его базе можно построить поворотное устройство, ну, наверное, на 430 на антенну. Большую мощную оно не потянет, а такую небольшую потянет. Так что буду со временем, скорее всего, делать повороточку. Вот такой вот дилдо.